И у нас сейчас есть возможность выслушать каждого из них. И они нам скажут, что они думают о том, что происходит в Украине. Александр Сенкевич. Здравствуйте, друзья. Слава Украине! Ну, в первую очередь, я хотел бы поздравить вас с тем, что мы сделали еще один шаг к тому, чтобы объединить Николаев против внешнего агрессора. Собственно говоря, мы показали, что люди могут собираться вместе, люди могут улыбаться. Собственно говоря, мы показали то, что на какие-то люди показывали какие-то плохие жесты, кривлялись там, не знаю, крутили пальцем возле головы. Но мы показали, что мы улыбаемся на это, мы против агрессии. То, что вчера произошло в Одессе, ну, собственно говоря, можно двояко характеризовать. Люди погибли. Это очень плохо. Одна смерть – это катастрофа. А множество смертей – это просто невозможный ужас. Поэтому говорить о том, кто были эти люди, за что они боролись, мы не можем. Мы можем сказать одно, что то, что они стоят по той стороне баррикады, это не их заслуга и это не их вина. Это вина людей, которые сталкивали нас, которые говорили о том, что у нас есть проблемы языка, есть проблемы федерализации. Я здобував вищу освіту у Києво-Могилянській академії, тому українською мовою мені спілкуватися можливо і вільно, але я, думки в мене формуються російською мовою, тому я вважаю, що російська мова для мене рідна. Рідна та мова, якою я думаю. Але моя родина і моя Україна – це моя родина. Родина, которую я люблю и которую прошу вас любить тоже. Я прошу вас только об одном. Когда вы с кем-то разговариваете в Николаеве, пожалуйста, не будьте агрессивны. Покажите, что вы толерантны, что вы слушаете мнение этих людей и проявите к ним любовь. Я думаю, что любовь как раз вот, она поглотит ту агрессию, которая исходит от людей, которые думают, что Путин их спасет. Эти люди, они не верят в Путина. Они просто не верят в то, что у нас может быть что-нибудь хорошо. Ваша задача, каждого из вас, объяснить, что у нас все будет хорошо, и это хорошо зависит от каждого из нас. Поэтому я прошу вас, любите друг друга и, собственно говоря, достигайте целей, которые вы ставите перед собой. А наша цель сейчас – это сделать Николаев одним сильным городом. Поэтому прошу вас, 25 мая сделайте свой выбор правильно, сделайте его и мозгом, и сердцем. Спасибо вам большое. Слава Украине! Каким вы видите город Николаев в будущем? Я считаю в первую очередь, что Николаев ждет хорошее будущее. Я думаю, что оно будет светлым, потому что николаевцы, они хотят работать и хотят строить свой город, делать его комфортным, безопасным. Все понимают, все проблемы лежат на поверхности. Все эти проблемы знают. Я думаю, кто бы ни победил, до следующих выборов мы будем видеть мэра, который будет работать на успех города Николаева. Вы спросили, каким будет город Николаев? Я говорю, он будет успешным. Каким будет его вектор развития? Я думаю, нужно делать вектор на малый и средний бизнес. Потому что крупный бизнес сейчас в условиях нынешней экономической ситуации в нашей стране, он не придет в Николаев. Он не придет в Николаев хотя бы из тех соображений, что он не знает, куда вкладывать деньги. Сегодня это Украина, завтра это неизвестно что. Он не будет вкладывать деньги, если такие люди, как мы, не будут собираться и показывать, что в городе Николаеве, как и во всей Украине, есть национальная идея. Это возрождение экономики, возрождение менталитета нашего украинского и возрождение, собственно говоря, как итога идеи свободной, счастливой, процветающей Украины. Поэтому я считаю, что Николаев – это город больших возможностей, которые мы можем дать. В Николаев мы привлечем инвестиции, сделаем людей обеспеченными и не думающими о том, что им нужно заботиться о проблемах языка или федерализации. Это все отпадет как шелуха. Поэтому Николаев – успешное будущее им. Итак, первое, что вы сделаете, когда вступите на пост мэра? Прошу. Ну, собственно говоря, в моем плане первоочередными задачами, то есть это не то, что я первое открою дверь, зайду в горосполком и скажу, все, начинаем. Ну, для начала нужно улыбнуться. Затем, собственно говоря, я не верю в то, что в горосполкоме сидят люди, которые там ничего не делают, которые не профессионалы и которые просто так приходят на работу поклацать на клавиатуре и зайти в Одноклассники. Я верю в то, что там тоже есть люди, которые хотят и могут работать. Может быть, им не создали достаточных условий. Собственно говоря, да, может быть, их уже там и нет, но они хотят туда прийти.
Я считаю, что в первую очередь нужно провести менеджмент качества в управлении городом. То есть нужно внедрить систему ISO 9001. Это позволит понять, как работает наш горсовет, как горосполком, как работает наша исполнительная власть, что нужно улучшить, что нужно поменять, кого нужно заменить и кого нужно улучшить. Собственно говоря, построив механизм, понимая, как он будет работать, сделав его прозрачным, сделав его открытым для народа, можно будет говорить о том, что горосполком будет работать. А это самая главная задача, мне кажется, мэра. Привлечь инвестиции и заставить всех работать. Спасибо.